नाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्टे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं इंग्लिश में सब английским, ну, попытайтесь, пожалуйста, понять. Он же говорит, у него большая практика в английском. Но Шридхар Махарадж говорит, я говорю только по хинди больше. Прежде всего, я предлагаю свои почтительные поклоны моему божественному духовному учителю. Потом я предлагаю поклоны моему Шикши Гуру Паду Падме, потом моему Шикши Гуру Деву Шри Пад Примананде Праву, всем Вайшнавам и Вайшнавам. Прежде всего, когда я пришел в Мадхуру, появился в Мадхуре, тогда Гуру Дев, я жил с Примананде Праву, и он мне оказывал столько любви и заботы. И Гуру Дев тогда сказал, что наш храм Примананда Прабху — это вот твоя мама. И все поэтому говорят, что Примананда Прабху — это наша мама. Почему? Гуру Дев совершал баджан, и когда он писал книги, Примананда Прабху тогда вначале смотрел за всем. И тогда, и сейчас, и тогда Примананда Прабху, мама Кешаджи Гаудия Матха, и до последнего момента, прежде чем Гуру Дев ушел, однажды он позвал Примананда Прабху на Говардхане. Может быть, вы видели это в интернете. Гуру Дев в последний момент сказал Прабхуджи, ты всегда пытайся присматривать за нашим обществом. Не делай новую ветвь, наверное. Потому что ты пришел ко мне с самого начала, ты все время со мной был. Поэтому Гуру Дев в последний момент полчаса говорил с Примананда Прабху. И он сказал, ты не живи отдельно, посмотри все время за моим большим обществом, присматривай. Гуру Дев полчаса говорил примерно об этом, чтобы он присматривал совсем после ухода. Вы можете это найти, это в интернете есть. Полчаса Шрила Гуру Дев говорил про Примананда Прабху об этом. И теперь он присматривает за нами. Все приходят к Примананде Прабху, он также присматривает. Завтра Весапуджа. И один день за Весапуджа это мы должны подготавливаться к Весапуджа. Кто сделал первый раз эту Весапуджу? Чайтанья Махапрабху. Он начал эту Весапуджу. Завтра, и если вот завтра Весапуджа, то за день до этого Махапрабху позвал Шриваса Пандита и сказал, завтра Весапуджа. И эту Весапуджу мы попытаемся подготовиться в своем доме, чтобы мы провели эту Весапуджу завтра у тебя. Mm-hmm.
Махапрабху дал ему очень большую ответственность. Это огромная ответственность. И Шривас Пани сказал: какая ответственность? По твоей милости. Все у нас есть в нашем доме, по твоей милости. Только немножко цветов, немножко чандана, это будет достаточно. Они начали Весапуджа. Махапрабху сказал: пожалуйста, начни Весапуджа. Но Нитьянанда Прабху, он был полностью погружен в прему. И он все время делал так, сказал, да-да-да, типа. Махапрабху сказал: почему ты пришел так поздно? Время уже идет. Начни давай Весапуджа. И тогда Махапрабху, Нитьянанда Прабху, что он сказал? Он взял парфинарии и начал предлагать все парфинарии Шриману Чайтанья Махапрабху. И все преданные вокруг стали счастливы, они стали говорить: «Не дай Гоура Премананда». Чайтанья Махапрабху стал совершать Весапуджа Чайтанья Махапрабху. И Чайтанья Махапрабху... Почему? Весапуджа — это... Кто настоящий, первый Вьяса? Это Нитьянанда Прабху. Он изначально Гуру Таттва, потому что... И в этот день вы должны поклониться Нитьянанде Прабху. Но Нитьянанда Прабху, он в этот день все взял все парфинарии, он начал поклоняться Махапрабху. Почему? Какова причина этому? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он объясняет. Кто настоящий гуру? В Индии есть храмы, огромные храмы Джая Гурудева и множество разных сампрадай, апрас сампрадай. Одна шлока есть в писаниях. Есть эта шлока, говорит, что Брама — это гуру, Вишну — это гуру, Гурудев — это я, и Гурудев — это Сакшатхари. Это в шлоке так написано. Если кто-то не пришел в нашу правильную гуру парампару, он не может понять писание наше. И он тогда будет говорить, что гуру он везде, он все. Это напрямую Хари, напрямую Вишна. Они поэтому не поклоняются Господу Кришне. Они говорят, что все являются для нас гуру. Они говорят так. Но это неправильное понимание. Неправильное. Нитьянанда Прабху, он учит. Нитьянанда Прабху гуру, он учит нас. Тот, кто способен убрать всю темноту, это работа гуру, тот и гуру. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: сакшат даритвина. Он сакшат дхари. Почему все писания говорят, что он сакшат дхари? Потому что он очень дорог Господу Кришне, очень близок и дорог. Так же, как про Нарайну говорится, вот этот стих. Я все время присутствую в сердцах саду. Саду отдыхают в моем сердце, а я в их. Они очень дороги и близки мне. Все шастры так утверждают. И шастры говорят, поэтому гуру не отличен от Господа. Поэтому... Но это не значит, что он должен сидеть на троне Кришны и говорит: предложите все мне. И поэтому Нитьянанда Прабху, он учит нас, как должен действовать настоящий гуру. Тот, кто настоящий гуру, он всегда говорит: поклоняйтесь Господу Кришне. Поэтому наш Гурудев, все остальные гуру, они по-настоящему всегда поклоняются только Кришне. Поэтому Нитьянанда Прабху взял все парфинарии и предложил Чайтанья Махапрабху. Так же, как Нарда Риши, когда он встретился с Друвой, он не сказал ему: «Ты поклоняйся мне». Он дал ему мантру Нарайны. Вот эту мантру. Так же, как Прахлад Махарадж. Так же, как Прахлада Махараджа. Поэтому работа гуру — это всегда давать наставления вам, как поклоняться Господу Кришне.
Махапрабху сам начал первую Вьясапуджу. Каково значение Вьясапуджа Прабхупад рассказывает Бхактисиддханта Сарасвати? Вьясапуджа вы должны принести с какие-то парфюмерии, деньги, гирлянды, какую-то одежду, обувь и предложить Гурудеву. Так? Прабхупад сказал, нет, это не настоящая Вьясапуджа. Настоящая Вьясапуджа — это значит, что ученик Шишья. Шишья — это тот, кто принял учение Гурудева. Наказание от Гурудева. Тот, кто принимает все время наказание от Гурудева. И он, как он следует тому, как Гурудев совершает баджан, так же, как Гурудев совершает баджан, он совершает баджан. Вьясапуджа — это не значит, что вы какие-то материальные вещи должны приносить на Вьясапуджу и предлагать Гурудеву. Это неправильно. Не совсем. Это неправильно, вернее. Вы должны принимать от Гурудева наказание, вы должны принимать то, как Гурудев следует нашей Гуру Парампаре, как он совершает садан и баджан. Если вы правильно следуете той садане баджан, которую Гурудев следует, это и есть Вьясапуджа. Не только предлагают какие-то парфюмерии Гурудев, это не так. Гурудев не хочет этих материальных вещей. Он хочет, чтобы вы без двойственности, без двуличия следовали Гурудеву. Так же, как наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. Как он совершал служение Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупаде. И как Прабхупад поклонялся Шриле Гаура Кишора Дасу Бабаджи Махараджу, как наш Гурудев Шрила Бхактивиданта Шрила Нарайана Госвами Махарадж, как он служил его Гурудеву. Однажды Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж сказал, почему все следуют, я известен по всему миру, почему? У меня только одно качество есть. Что это такое? Я без двойственности, без двуличия служу моему Гурудеву. Я служу моему Гурудеву. Поэтому весь мир сейчас пришел ко мне и служит мне. Только одно качество у меня. Я служу моему Гурудеву искренне. Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж дал саньясу трем личностям, вот этим личностям. Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, Шрила Трикурама Госвами Махарадж и Бхамани Госвами Махарадж. Я дал саньясу трем личностям, он сказал. Каковы качества вайшнава их? Вы знаете Бхактивиданту Бхамани Госвами Махараджа? Он ученик Бхактивиданты, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады. Он принял от него харинам, что ли? И он всю жизнь свою служил своему Гурудеву, как Тривикрама Махарадж, он ведантики, он очень великий философ, Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж. Но одно качество у этих вайшнавов, все время они думали, Трината Бисуничана, все время они думали, как дерево, на котором есть фрукты, оно склоняется до земли. Если у человека есть какое-то качество, много хороших качеств, он склоняется очень низко, так же, как дерево. И думает о себе, что он нету качества. И также вот эти все три личности, они никогда не хотели принимать саньясу. Почему? Потому что они знали, какие нужны качества для саньяса. Я видел Прабхупаду, они видели Прабхупаду. Они видели учеников Прабхупады, насколько они квалифицированы, насколько они возвышенные личности. Но у нас нету ничего, никакой квалификации для саньяса, поэтому они не принимали саньясу. Они оба отвлеклись. Кто? Наш Гурудев, наверное, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж. Наш Махарадж сказал, Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж сказал, я не знаю, как
Я не знаю, как мне стать хорошим, когда я оставил свою жизнь семейную и пришел к тебе. Я отдал всю свою и мою любовь, которую я испытывал к жене, к маме, к детям, я всю эту любовь я отдал твоим лотосным стопам. Я не знаю, как я стал хорошим или как стать хорошим. Я просто предался тебе. Я не знаю, как стать хорошим самому. Если ты хочешь, я буду ходить раздетым. Но если ты хочешь дать мне одежду саньяса, пожалуйста, я приму. Ты мне хотел дать эту брамачари одежду, я принял эту одежду брамачари вешу. Все, что ты хочешь, можешь сделать. Я полностью предался твоим лозунгам, что поэтому что ты хочешь, ты можешь сделать с этим делом. Когда наш Махарадж, Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж сказал это, тогда сердце нашего Парамгурудева, оно растаяло. Это настоящее ощущение. Он полностью предан гуру, лотосным стопам Гурудева. А, наверное, Вамана Госвами Махарадж и Шрила Тривикрама Госвами Махарадж отказывались от саньяса. Наверное, я точно не понял. А Вамана Госвами Махарадж, когда они услышали, что Нарайана Госвами Махарадж принимает саньяса, они тоже сказали: «Хорошо, мы тоже тогда примем». Они сказали. И Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, и Вамана Госвами Махарадж так сказали: «Мы тоже примем». И вот Шишья настоящий, он делает настоящую Вьясапуджу. Почему? Потому что он полностью предан лотосным стопам Гурудева. Шрила Тривикрама Госвами Махарадж и Навадвип в храме. За нашим Гурудевом следует очень множество людей. За Нарайана Госвами Махарадж. И тогда Нарайана Махарадж пошел к Тривикраму Госвами Махараджу. Почему? Он старше, поэтому наш Гурудев всегда ходил к Тривикраму Госвами Махараджу, и всегда он выражал почтение старшим Вайшнава. И необходимо этому научиться у нашего Гурудева. Как? Он очень был квалифицирован, очень совершенный личность, наш Гурудев, но он всегда... Если кто-то, если даже кто-то просто к нашему Гурудеву, к Парамгурудеву пришел на один день раньше, он всегда выражал ему почтение. Тривикрама Махарадж, он пришел раньше нашего Гурудева в храм, поэтому наш Гурудев всегда выражал почтение Шрили Тривикраму Госвами Махараджу, Вамане Госвами Махараджу и другим, и даже брамачарям, которые раньше пришли к нему в храм. И наш Гурудев, он отправился встретиться с Тривикрама Госвами Махараджем, и Тривикрама Госвами Махарадж предложил ему полные пранамы, и они сели, и они разговаривали о множестве разных вещей. Когда Гурудев ушел от Тривикрама Махараджа, то что случилось? Вокруг нашего Гурудева было множество учеников, а когда он оставил Тривикрама Госвами Махараджа, что случилось? Каждый ушел с нашим Гурудевом, с нашим Нарайаном, все ушли. И даже ни одного человека не осталось с Тривикрама Госвами Махараджа. Тогда я был там, и Тривикрама Госвами Махараджа сказал одну вещь тогда. Он сказал: «Ты видел? Каковы плоды Гуру Севы? Каковы плоды Гуру Севы?» Он сказал, Тривикрама Госвами Махарадж сказал мне, Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, без всякой двойственности он делает Гуру Севу. Он делает Гуру Севу всю его жизнь. Он не смотрит за своей жизнью. Поэтому ты видишь, когда Гурудев пришел, встретился со мной, вокруг меня было 100 человек, а теперь он ушел, и все ушли за твоим, за Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж. Со мной никто не остался. Это плоды Гуру Севы. Если без двойственности вы служите Гурудеву, это вот плоды такие будут у Гуру Севы. Поэтому завтра Вьясапуджа. Вьясапуджа означает, вы должны полностью предложить наши сердца лотосным стопам Гурудевы и пытаться делать садан-баджу так же, как он, баджан, как он.
Это Вьяса Пуджа. Следовать ему в этом, поэтому пытайтесь. Мы, конечно, обусловлены душой, но мы должны пытаться молиться: о мой Гурудев, пожалуйста, дай нам милость, как нам служить Тебе. Дай нам... Мы хотим служить Тебе, и тогда наша Гуру Пуджа будет совершенной. Теперь слушайте Прабу. Коруна, о Коруна, come here. Я Азия. Я хотел подготовиться сегодня к Пушпанджали, завтра. И Прабуджи попросил меня говорить сегодня, а Прабуджи говорит: если завтра уже Висапуджи, если им сегодня не объяснить, как следовать Висапуджи, то как они будут завтра все остальные следовать Висапуджи? Ты старший, ты ачарья, давай рассказывай. Завтра мы будем праздновать Шри Гуру Махараджа. Веса Пуджа, мы слышали замечательное объяснение Шрилы Шридхары Махараджа. В этом мире каждый как маленький ребенок, он очень беспомощно себя чувствует. Иногда мы думаем, что нам не нужно прибежище, но наше положение такое, что мы все время можем обнаружить себя в очень затруднительном и опасном положении. До того момента, пока мы полностью не предались настоящему совершенному духовному учителю. Говорится, что в начале духовной жизни, если кто-то начинает спрашивать об абсолютной истине, даже тогда все должно прийти в нужное время, в нужное обстоятельство. Кто-то должен спросить. Мы всегда приходим в жизни к такой ситуации, что настает необходимо спросить, кто мы такие, какова цель нашей жизни, зачем мы живем. Мы приходим к такому положению. И говорится, что с этого момента начинается наша духовная жизнь. Поэтому Веданта Сутра говорит, что первая шлока, вот этого шлока, спрашивать. Теперь ты стал человеком, ты должен спрашивать о Брахмане, об абсолютной истине. И как только начинаются вот эти вопросы у человека возникать, тогда он приходит к началу реальной духовной жизни. Но И вы должны найти настоящего человека, учителя, который ответит вам на все ваши вопросы. Мы знаем, как удачлив тот человек, который нашел гуру, особенно когда вы нашли садгуру. Поэтому мы сейчас обсуждаем нашего Шрила Гурудева и завтра день явления его. Мы все знаем особенности, качества нашего Гурудева. Но каждый из нас, сколько у нас есть почтения, какое почтение мы чувствуем, как наш Шрила Гурудев, он на самом деле садгуру, насколько в нем это садгуру-то проявлено. Он вечен, он не просто обычная личность, он пришел из духовного мира сюда. Он как представитель Сваруп Шакти. Сваруп Шакти Шримати Радхика, она контейнер всей любви. А Садгуру — это посланник, представитель этой Сваруп Шакти, этого контейнера любви. Когда мы говорим о дне явления нашего садгуру, такого как Шрила Гурудев, это подобно... Это как фестиваль любви, это день, когда ученик может по-настоящему выразить
свою признательность, насколько он, насколько он удачен, насколько он обрел удачу, что он нашел, что, какую удачу ему дала жизнь, что он обрел такого мира. Поэтому завтра также Мони Амавасия. И я только что был на Кумбхамеле, и поэтому я сейчас хочу об этом упомянуть. Вы знаете, что Кумбхамела это особое время на нашей планете, когда звезды выстроены особым образом. И, значит, в каждые 3 года это обычная Кумбхамела происходит. И все... И это место во время Кумбхамелы дает вам какой-то нектар. Это обычная Кумбхамела раз в 3 года. Она происходит в 4 местах. В Сангаме, в Прояге, в Харидваре и на Ганге. В Насике и в Уджейне. Там есть вот, вот эти 4 места святых. Но каждые 6 лет происходит еще какая-то более важная Кумбхамела. Она происходит также в Прояге и в Харидваре, в 2 местах. Каждые 30 лет происходит какая-то Пурна Кумбхамела, она происходит только в Прояге. Один раз в 144 года происходит Маха Кумбхамела, она только в Прояге. И этот год это Маха Кумбхамела, особая Кумбхамела, Маха, которая происходит раз в 144 года. Я просто хочу сказать об этом, что на Кумбхамеле это самое благоприятное место на Кумбхамале, на Кумбхамеле, это когда Мони Амавасия. И завтра ожидается там на Кумбхамеле как раз 30 миллионов людей. Завтра Мони Амавасия. Это самое благоприятное время, когда люди там могут собраться. Поэтому завтра 30 миллионов там ожидается. 30 миллионов. Собираются там, чтобы получить нектар. Но это как проявление. Гурудев родился в этот особый день для особого нектара, секретного нектара. Также был распространителем настоящего нектара. Допустим, в Прояге люди, они приходят за нектаром. Мы знаем. Но и какой-то нектар там присутствует. Почему? Потому что Махапрабху пришел в Прояг, он встретил Рупу Госвами там. И это место рядом с Сангамом, где они были, он получил там Рупа Шикшу. И дал ему Абхидея Татву, и сделал Рупу Госвами. Опустил его в Бхактирасу силой. Шрила Гурудев говорил, что Махапрабху силой заставил. Дал капельку Бхактирасы Рупа Госвами, и Рупа Госвами дал ее миру, что ли, так? Через свои книги Бхактирасамрита Синдху, Уджвала Нилами, и все остальные книги Упанишадамрита, все вот эти бесценные книги. Это наше настоящее сокровище. Гурудев, он самый первый последователь Рупы Госвами. Распространитель наставления Рупы Госвами. Поэтому люди, которые ищут нектар в этом мире, это Кумбхамела, это как высший нектар в этом материальном мире. Но тот подарок, который дает нам Шрила Гурудев через его книги, через книги нашей Госвами, это, наверное, гораздо больше нектар. И люди, которые, мы надеемся, которые ищут нектар в этом мире настоящего, они по-настоящему обретут настоящий нектар, который Гурудев дает, а не тот, который там они могут найти на Кумбхамеле. Наверное, так. Завтра
Мы говорим о расе. Я подумал, что когда гуру уходит, всегда есть какое-то время, когда проблемы приходят после его ухода. Всегда. Но мы видим, что происходит какое-то сражение, кто-то не согласен с кем-то. Иногда люди видят, мы видим, что это сейчас это происходит, что люди чувствуют, о, наша санга сейчас, она разваливается. Но посмотрите, даже если вы заставите всех людей жить в одной группе, но если они забудут, какова настоящая. Но какая сила, которая может нас связать вместе? Допустим, вы делаете какое-то здание, у вас есть кирпичи, у вас есть там, цемент. Но если вы не положите туда воду в цемент, тогда она не свяжет ничего, цемент ничего не свяжет. Поэтому и также здесь, если у вас есть, мы не можем, если у нас нету этой расы, если у нас нету вкуса к этой расе, тогда мы не будем вместе, даже если кирпичи и цемент вместе сложить, не будет воды, не будет расы, тогда это все не будет. И люди будут воевать с другим, говорить про друг друга, ты плохой, ты плохой, показывать пальцем друг друга. Я видел некоторые преданные, они сосредоточены только на распространении этой расы, и они делают всех учеников попытаться осознать, чтобы они молились Лила Шакти, Сваруп Шакти, и они стали больше погружены в эту вещь, которая нам поможет стать по-настоящему последователями Гурудева. И это, в этом заключена настоящая ценность. Если мы начнем чувствовать вкус этой расы, тогда мы на самом деле будем вместе. Или если вы даже внешне будете видеть преданных в разных концах света, но на самом деле, так как их связывает всех эта раса, этот вкус к расе, они будут следовать за тем, у кого ее, наверное, больше так. Поэтому для нас, учеников Шрилы Гурудева, не только день Весапуджи мы пытаемся помнить Его славу и пытаться прославить Его, но мы также пытаемся молиться Ему в этот день. Это время, когда мы пытаемся напомнить сами себе, что каждый день мы должны каждый день своей жизни мы должны проводить как день Весапуджи. Каждый день должен быть особым. И пытаться каждый раз совершенным образом делать все, чтобы это доставляло ему удовольствие. И мы также молимся Гурудеву, так, чтобы так или иначе его классы привели его более близко к нему и дали нам больше возможности осознать наши любовные отношения с ним в связи с его Иштадевом Шри Рада Кришной. Это вот слова. Такими словами я молюсь всем вайшнавам, дайте мне тоже благословение, чтобы я тоже стал последователем нашего Гурудева. Yeah, Shri Gurudev ki jai.